Рейтинг «Единой России» упал до исторического минимума. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, партию власти поддержали бы только 27% избирателей. Это не я придумал. Такие данные, будете смеяться, приводит прокремлевский фонд общественного мнения. Похоже, даже карманные статисты не в силах что-то сделать для своих хозяев, для понимания. Самый большой провал у ядра наблюдался в 18-м после принятия пенсионной реформы, хотя даже тогда цифры были повыше, 31% опрошенных по-прежнему все еще верили в ребятишек, ну, главным образом в царя-батюшку, конечно, сегодня только 27. За полтора месяца до дня голосования это фиаско, господа. Но это и есть оценка работы партии на протяжении 20 с лишним лет. Партия, в руках которой сосредоточен весь административный ресурс в стране. Партия, интересы которой обслуживают все пропагандисты скреп державы. Партия, которая распоряжается колоссальными бюджетами. Ни у одной другой политической структуры в России нет таких средств и вряд ли появятся. Партия, которая даже ЦИК под себя подмяла. Заводы, газеты, пароходы, само собой, Путин с ними. И лишь 27% уровень доверия. Вот к чему, господа, пришли в конечном итоге. Впрочем, эти проценты, уверен, натянуты, ну хотя бы потому, что многие люди во время всяких там опросов от ФОМов, ВЦИОМов боятся говорить правду о своих реальных предпочтениях, ну и чтобы от греха подальше. Да, мы за ядросов, отвечают, за великого кормчего. В связи с чем мне просто даже интересно стало, сколько они нарисуют себе в сентябре. Неужели хватит совести дежурных 70% в итоговый протокол вписать? Что ж, будем посмотреть. Начинаем. Вообще, конечно, очень много споров сейчас возникает, идти или не идти голосовать. Если пойти, то имеет ли это смысл? Если не ходить, а чего мы он им добьемся? Сторонники и противники голосования даже перессорились по этому поводу, да чего там. Журналисты и блогеры между собой переругались, поэтому что предлагаю я? А давайте просто проанализируем каждый из вариантов, рассмотрим каждую из точек зрения отдельно, и, может быть, тогда придем к какому-то общему знаменателю, как считаете. Это реальная журналистика, и вы правильно все поняли. Пришло время и выборную тематику обсудить, а то с коронавирусом этим мы как-то забыли обо всем остальном. Поехали! Итак, начнем, например, с приверженцев бойкота, с людей, которые совершенно справедливо считают, результаты голосования в любом случае предопределены, и от конкретных избирателей, от меня, от тебя там ничего зависеть не будет. Победу все равно нарисуют ядру, и вот тут даже спорить не стану, поскольку абсолютно согласен с данным утверждением, придем мы на участки или нет, выборы выиграет Единая Россия. Но а это ли сейчас наша главная цель? Не задавались таким вопросом? Хорошо, на пальцах давайте. Вот чего хотят добиться сторонники бойкота? Правильно, продемонстрировать, что выборы в России превратились в профанацию. Но если мы хотим что-то продемонстрировать, значит, это что-то должны увидеть все остальные, верно? Простой пример. Я снял вот эту программу, опубликовал, вы ее увидели, репостнули еще кому-то, ну и так далее. Так она разлетелась по сети, ее действительно увидели люди, а теперь представьте себе, ну не стал бы я данную программу публиковать, просто сохранил у себя в компьютере и все. Каков КПД? Кому я сделал хуже? Да только себе, так? В случае с бойкотом все то же самое. Бойкот мог бы стать эффективным инструментом, если бы на процедуру голосования не пришла вся страна. Но мы-то понимаем, что это утопия, поскольку режим припинает на участки своих рабов-бюджетников. А знаете, сколько у нас этих бюджетников? Я приводил как-то эти цифры, но сделаю он и снова. Держитесь за что-нибудь. Почти 35 миллионов человек. Целая армия, да не одна.
Плюс проголосовать придет какое-то число пенсионеров и просто безграмотных граждан, всегда выбирающих Путина и стабильность, нагнут работников крупных предприятий, заводов, в смысле жителей небольших городов и поселков, что живут в условиях постоянного информационного вакуума и элементарно не знающие никого, кроме царя и его партии, о них тоже не стоит забывать. Вот и считайте, 50 миллионов у режима уже набирается, о каком бойкоте при таком раскладе можно говорить. Это, знаете, такой протест с фигой в кармане получается, то есть я вроде как показываю своему оппоненту фигу, но убрал ее в карман, в итоге сам себя успокоил, ну я же ему фигу-то показал. Другое дело, что он моего неприличного жеста все равно не увидел, но я же показал. Бред, согласитесь. Следующий аргумент, который приводят сторонники бойкота, зато я в этом не участвовал, вроде как тем, что я не пошел голосовать, я не признал легитимность этой власти. Хорошо, еще пример. Представь, тебя завтра сцапали на улице без маски, завели дело об административном правонарушении, передали его в суд, а на суде ты... Ваша честь, я же не ходил голосовать за губернатора, поэтому считаю его нелегитимным, поэтому считаю, что имею право не исполнять губернаторских указов, а теперь ответь, только честно, и даже не мне, себе. Такой аргумент на суде прокатит, себе ответь, нет. Тогда в чем снова смысл бойкота? Другое дело, если бы все противники голосования в день этого голосования пришли к избирательным участкам и встали там с плакатами, например, «Я против выборов без выборов». Это, между прочим, было бы даже законной акцией, поскольку официально назначен день. Ты пришел на участок, его или волеизъявился, только таким вот образом имеешь право. Вот это было бы реальным бойкотом, но мы же понимаем, что ничего подобного не случится, потому что народ тупо испугается и уедут люди на дачу копать картошку или там жарить шашлыки. Так ведь уже было и не раз. Скажите, кто сегодня заинтересован в слабой России? Да, знаете, я бы не стал показывать пальцем-то на это. Я думаю, что это, в общем-то, так... Несчастливое стечение обстоятельств, наша собственная глупость, беззубость и безволие, то есть стремление к ушибленность некоторая собственными размерами, у нас это есть. Мы там всегда считаем, что мы такие большие, великие, у нас все есть, мы богаты, шапками закидаем. Когда начинаешь разбираться, ни разу никого шапками не закидаем. С другой стороны, как сказал выше, мы с тобой прекрасно понимаем, что если даже случится чудо, и на участки придут все протестники, и все проголосуют против ядра, включая бюджетников, которые вдруг в этот раз не побоятся пойти против воли хозяйского сапога, победит все равно Единая Россия. Но при этом случится еще кое-что, и это никак нельзя сбрасывать со счетов. Во-первых, люди сделают шаг к созданию гражданского общества. Как бы пафосно это ни звучало, но сделают. Этот шаг давно пора сделать. И во-вторых, что гораздо более важно, придя на участки, мы заставим задергаться власти, так как сломаем привычную для них картину. Они же привыкли, что мы сглатываем любой плевок. Они привыкли, что мы терпим и отсиживаемся по норам всегда. А тут они увидят, люди начинают прозревать, объединяться. Они больше не хотят играть по правилам, продиктованным узурпаторами. А правило простое – сиди в своей норе и не высовывайся. Мы будем решать, как тебе жить, почем покупать молоко в магазине, когда и какую вакцину колоть, терпи и помалкивай. Можешь даже гневные комментарии писать в интернете, улавливаете, о чем я. Сплоченность всегда пугает шпану, шпана же только толпой на одиночек может задираться. Вот когда одиночки становятся коллективом, обществом, шпана становится бессильной. Вот, кстати, видео из США, Сент-Луис, штат Миннесота, где общественность сумела добиться отмены ограничений, связанных с пандемией. Простые люди, таксисты, рабочие, продавцы из магазинов, они просто стали гражданским обществом, поэтому власти графства удовлетворили их требования.
Ну и третий момент, тоже очень важный, на мой взгляд. Мы как-то все время забываем, что 19 сентября страна выбирает не только Государственную Думу. В ряде регионов будут избирать губернаторов, депутатов областных заксобраний, муниципальных дум. Почему мы этим людям не хотим давать шансов быть избранными? Что примеров мало достойных мужчин и женщин на местах? В то время в Саратовскую облдуму избрался Коля Бондаренко, который навел там, в Саратове, шухера. И много полезного, кстати, сделал для своего региона. Или Москва, пожалуйста. Ступин и Ингалычева стали городскими депутатами. Мало пользы своим избирателям принесли. Да и в питерском заксобрании есть нормальные люди. Депутат Резник, пожалуйста. И это только те, о ком прямо сейчас вспомнила хороших людей. На самом деле немало. Так почему, повторюсь, мы решили не давать им шанса? Госдума, да Госдума, забудьте вы про эту Госдуму. Я так понял, что из нее, как из Совета Федерации, собираются сколотить элитный клуб для своих. Больше клубные карты кому попало раздавать не будут. Но Россия — это ведь не только Москва и не только на депутатах с охотного ряда законодательная ветвь власти держится. К слову, сейчас вообще, обратите внимание, протест потихонечку перемещается в регионы. В столичных городах, потому что ни одному оппозиционеру не дают поднять голову, теперь точно уже не дадут. Тут же либо купят, либо под каток репрессий пустят. Да и протестовать там стало бессмысленно. Чуть что, выпускают шалман беспринципных садистов. И протест закончился. В регионах так не получится, да и не дотянуться к Кремлю до регионов. В пределах МКАДа они еще хоть что-то могут контролировать, а в какой-нибудь Самаре. Садистский сценарий со стороны правоохранителей маловероятен. Ну, хотя бы потому, что этот росгвардеец или полицейский, он рос. С тобой в одном дворе, или он твой сосед. А может, ваши дети учатся в одной школе, вы видитесь на родительских собраниях. Чё он об тебя палку-то станет ломать? Вы бы подумали вот об этом, друзья. Надеюсь, очень доходчиво донес до вас свою точку зрения. Решать, конечно, в любом случае только вам. Это ваше право, это ваш выбор, но сидеть и терпеть дальше... Я не знаю, мне вот жалко своего времени, и так у меня почти 22 года жизни украли, как, впрочем, и у каждого из вас. Тебе больше никогда не будет 30, а тебе 40, жизнь проходит. Все, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Проверяйте подписку на нас здесь, могла слететь. В остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем и обсудим. Пока-пока.